Шалимов Григорий Семенович. Рожден 29 января 1920 года в селе Топки-1, ныне Покровского района Орловской области. Первый боевой вылет Шалимов совершил в апреле 1944 года в боях при освобождении Крыма. Участвовал в освобождении Севастополя. С 18 по 27 марта 1945 года Шалимов участвовал в 5 боевых вылетах на штурмовку войск противника в районе городов Ширтен, Штайндорф. Вместе с экипажем вывел из строя 11 автомашин и 9 подводок с грузом и боеприпасами. До 50 фашистов. Подавил огонь 6 зенитных точек. 13 апреля 1945 года Шалимов близ населенного пункта Гросс-Блюменау, поселок Кремнево, Зеленоградского района, сжег 4 автомашины с группой солдат противника. Ликвидировал 3 зенитные точки. 20 апреля над северной частью залива Фришенерунг, близ города Пилау, ныне Балтийск, метким огнем при атаке с воздуха уничтожил свыше 10 гитлеровцев. К концу войны гвардии сержант Шалимов совершил 109 вылетов. На его личном счету один сбитый Ми-109, 20 уничтоженных автомашин, свыше 10 орудий и около 70 солдат и офицеров противника. В боях групповых при его участии сбито 5 вражеских истребителей. Награжден орденами славы 1, 2, 3 степени, медалью за отвагу, орденами Отечественной войны 1 степени, трудового красного знамени, красной звезды, медалью за отвагу.